Анатолий Маслов родился в Твери в 1925 году. Его детство тесно связано с пролетаркой. Вот он, дом номер 70, где жила его семья. Здесь сегодня установлена мемориальная доска, посвященная герою. Учился Анатолий Маслов в средней школе номер 5, неподалеку от своего дома. Когда началась война и фашисты подступили к Калинину, семья Масловых отправилась в эвакуацию, которую родители Анатолия так и не пережили. В родной город он вернулся со старшей сестрой Александрой. В 17 лет поступил на работу, начал восстанавливать хлопчатобумажный комбинат, а в 18 ушел на фронт. Анатолий Маслов стал стрелком 76-й гвардейской Черниговской дивизии. В конце сентября 1943 года его дивизия вышла на левый берег Днепра. На четырех лодках отряд Маслова отправился на правый вражеский берег. Противник встретил гвардейцев ураганным огнем. На дно реки пошла одна лодка, затем вторая. Лодка, в которой переправлялся Маслов, сумела достичь берега. Гвардейцы сразу же пошли в атаку на врага. Они отбросили отряд гитлеровцев и закрепились на берегу. Несмотря на шквал немецких атак, они сумели обеспечить переправу своего батальона. Этот бой и принес Анатолию Маслову золотую звезду Героя Советского Союза. Произошло это в середине января 1944 года. Однако вернуться в родной город с этой наградой ему было не суждено. В скором времени в одном из сражений он получил тяжелейшие раны. Анатолий Маслов умер 15 февраля 1944 года.